Лизочка, ты знаешь этого человека? Да, конечно же, это Юра Голуб. Когда я поступила в университет, он учился на выпускном курсе. И когда я смотрела Паралимпийские игры, он взял 4 медали. Юра относится к категории людей, которые очень любят плавать, очень любят воду, поэтому на учебные занятия, которые проходили в этом бассейне, он приходил с большим удовольствием, с настроением, старался не пропускать, предупреждал меня, писал ВКонтакте, либо звонил, и приходил всегда отрабатывать. Как магистранту могу сказать, что человек очень целеустремленный, ответственный, исполняющий все требования научного руководителя. И скажу вам, если спортсмен имеет ум и хорошо занимается спортом, то он становится спортсменом международного класса. Ну, если сказать о этом человеке с юмором, то скажу вам, что мессенджером Viber я пользуюсь теперь достаточно часто, чтобы найти своего магистранта на просторах нашей планеты. Ира, можешь определить по внешнему виду, какой характер у этого человека? Ну, я могу попробовать. Мне кажется, то, что человек приветливый, спокойный. У него, кстати, добрые глаза, как у меня. А это не Юра Голуб? Да, он. Да, я просто сразу не узнала. Но мне кажется, то, что он целеустремленный, то, что у него всегда все получается, все у него идет по плану, потому что он чемпион, и чемпионы именно такие. Егор, я сейчас тебе покажу фотографию человека, а ты определи, какой любимый вид спорта у него. Ну, это Юра Голуб, конечно же, я знаю его любимый вид спорта, это лыжи. Это первый участник Олимпийских игр от нашего факультета, завоевавший 4 медали на последних Паралимпийских играх, то есть я не мог этого не знать. Как ты думаешь, какую музыку любит этот человек? Он? Yeah, rock. Ну, для того, чтобы залить совместное фото в Инстаграм. Представляете, за пару часов аж 254 лайка. Но это еще не предел. Оксана, ты впервые увидела Юру в аэропорту. Каким он тебе показался? Ну, я думала, что он человек со звездной болезнью, чемпион. А он оказался очень милым, добрым, молодым человеком с очаровательной улыбкой. Итак, интересно, знают ли студенты о хобби Юрия Голуба? Да, пожалуй, я знаю о его хобби. Это гитара, у него есть целая коллекция дома. Об этом рассказывали его родители, по-моему, в каком-то интервью. Саш, любимый фильм этого человека? Его любимый фильм? Там, скорее всего, будет мультфильм. Там «Ледниковый период», знаете этот мультфильм, да? Вот, скорее всего, этот. Там много снега, много преодоления трудностей. Прям как у Юры. Ну, я скажу так, что я ничего не могу сказать. Он говорит, ну, я, говорит, немножко играю. Ну, конечно, что немножко он приукрасил, он играет хорошо, замечательно. Что хотел сказать, что никогда не было у него замечаний по дисциплине, и это говорит о том, что все-таки, если человек действительно спортсмен высокого уровня, то у него не будет времени на всякие глупости.